На ногтевую пластину наносим базовое покрытие белый кварц. При необходимости нанесите второй слой. Будем создавать жидкие камни с помощью лака эффекта из коллекции драгоценных камней. Трайперной кистью ставим каплю. Подносим магнит, удерживаем его 2 секунды. Ставим вторую каплю. Также подносим магнит. Базой обсидиан сделаем прорисовочку. Чтобы закончить наш дизайн, поверх черного рисуем лак эффектом золотой авантюрин.